называется «Наружу». Это песня в спектакле, не состоявшаяся песня, состоявшаяся в спектакле Некрасского молодежного театра в 81 году по роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Песня называется «Дорога», из этой песни сняли вообще все мое участие в этом спектакле и переклеили по всему Ленинграду афишу, что моей фамилии там не было. Она считалась почему-то очень крамольной по тем временам. «Дорога». Писали виной или местная власть, от какой непонятно причины. Мы куда бы ни шли, нам туда не попасть, ни при жизни, ни после кончины. Но для чего ты пришел в этот мир, человек, если горек твой хлеб, и недолг твой век, между дел ежедневных и тягот. Бесконечно колючками крытая степь, пересечь ее всю, никому не успеть ни за день, ни за месяц, ни за год. Горск были оставят сухие поля, на подошвах от странствий стертых. Отчего нас, скажите, родная земля ни живых не приемлет, ни мертвых? Ведь земля остается все той же землей, станут звезды сгорев, а рассветят золой, только дыма останется запах. Неизменно составы идут на восток, и верблюда качает горячий песок, и вращается небо на запад. И куда мы свои не направим шаги, ни о чем не заводим беседу. Всюду коршун над нами снижает круги, и лисица крадется по следу. Для чего ты пришел в этот мир, человек, если горит ты хлеб, и не долг твой век, и дано тебе сделать немного? Что ты нажил своим непосильным трудом? Ненадежен твой мир, и не прочен твой дом. Все дорога, 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 все дорога, 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 все дорога, дорога, дорога.